Ну, привет, друзья! Дождались наконец-то хэллоуинского обновления, теперь станет еще интереснее играть. Я же для вас подготовил сегодня офигенную карту на фарм опыта, чтобы вы быстрее забрали все свои скинчики из этого боевого пропуска, потому что он уже скоро заканчивается. Поторопитесь. Заходите к себе в поиск, в поисковую строку, вводите код 3347-1809-3742, нажимаешь потом Enter, потом на эту картиночку, выбрать и ставишь частную игру. После чего нажимаешь на кнопочку «Играть», чтобы запуститься на карту. И не забывай зайти к себе в магазинчик предметов, нажать внизу «Поддержку автора» и ввести мой код G-Up. Код слетает периодически, вот после обновления он слетел опять, поэтому проверяй, если что, у себя в магазине предметов, чтобы он у тебя стоял. Тогда ты будешь поддерживать меня всеми покупками. Тут на карте тебе нужно в первую очередь пробежать к вот этому плакатику, для того, чтобы возле него нажать кнопочку слева. Нажимаешь. И таким образом помогаешь этой карте откалиброваться, чтобы она стала тоже давать опыт. Теперь нам нужно с тобой подойти к вот этому баннеру. Здесь значок XP уже есть, на карте уже выдается опыт. Вот этот значок — это гарантия стопроцентная, что ты сможешь залутать опыт, если у тебя есть лимиты. Нажимаешь на баннер, нажимаешь здесь на настройки острова, меняешь их на частный режим, подтверждаешь. И когда у тебя здесь стоит частный режим, нажимай «Играть». Выбрать. Вот. Лимиты в творческом режиме около 400 тысяч опыта в сутки. Обновляются они каждый день в 16:00. Дружище, еще хочу тебе сказать, что я запустил серию роликов на тему, как создать карту в творческом режиме Fortnite и программе UFN. Если тебе интересна эта тема, обязательно ознакомься вот с этим видосиком. Ссылочка на него на экране у тебя сейчас. Там я рассказываю введение в эту тему. И вот этот видосик, второй, который сейчас ссылочка на экране, посвящен теме, как стать официальным создателем карт в Fortnite, как стать автором контента именно игрового, именно островов пользовательских. Если тебе это интересно, то обязательно тоже ознакомься с этим видосиком. В комментариях можешь написать тему, какая тебе интересна, и я обязательно на эту тему сниму видосик. Но касательно, естественно, создания островов. Может быть, у тебя есть какие-то проблемы, задачи, которые ты не можешь решить, я тебе помогу с этим справиться. Все, рекламка закончилась. Теперь смотри, пробегаем вот к этим стульчикам на карте. Здесь справа нажимаем кнопочку XP, потом вот сюда пробегаем, смотри, к вот этому баннеру, и вот здесь делаем эмоцию возле этого баннера, между вот этих двух баннеров получается. Потом подходим в правый уголочек, и здесь справа находим кнопочку Secret Location. Нажимаем эту кнопочку, попадаем вот в такую локацию, где нас ждет таймер. Нужно дождаться, пока он закончится, чтобы начать лутать опыт. Так, имею в виду, я сделал недавно группу в Телеграме, для того, чтобы ты мог общаться с комьюнити, если у тебя есть проблемы с Дискордом. Теперь, когда закончился таймер, нажимаешь на кнопочку под ним, она переносит себя в локацию, где запускается АФК опыт. Прыгаешь на рельсу и собираешь вот эти цилиндрики. Когда добираешься до конца, у тебя есть выбор идти в комнатку фарм, где у тебя есть кабанчики и пушка с лавовой жижи, и надо устранять кабанчиков, либо идти в комнатку, где кнопки, и ты можешь там просто нажимать на кнопочки. Давай покажу тебе, что делать с кнопочками. Заходишь сюда и просто по очереди вот так вот на каждую кнопочку нажимаешь. И тебе насыпает опыт дополнительно. Сейчас понажимаю чуть-чуть, покажу тебе, сколько здесь можно налутать. Я даже не ускоряю видео. Посмотри, я просто пробежал 3 раза, уже 75 тысяч. Что будет, если здесь побегать 10-15 минут? Просто невероятно. Если вдруг тебе надоедает вот так вот клацать на кнопочки, ты можешь перейти в другую локацию, там где кабанчики. Просто выходи на кнопочку Exit
и заходи снова в локацию, проедь по туннелю. У тебя опять будет комнатка с выбором. Там ты можешь свой выбор поменять. Ну, короче, ты видишь сам, да? Я поклацал, даже, наверное, 2 минут еще не прошло, и уже больше 80 тысяч налутал. А можно так дальше клацать, пока не закончится у тебя лимит. Вот. Либо, если хочешь, давай пойдем сейчас в комнатку с кабанчиками и покажу тебе, как там это делается. Нажимаем выйти. Возвращаемся сюда в локацию. И вот тут вот нажимаешь ферм. Теперь берешь лавовую пушку и стреляешь по кабанам. Тоже, в принципе, практически то же самое. Ты здесь стреляешь, и тебе за это насыпается опыт. То, что тебе удобнее, то и выбирай. Здесь, конечно, желательно пострелять хотя бы 10-15 минут, чтобы налутать, ну, прям хорошо опыта, чтобы сорвать максимальный куш. Вот. Но смотри сам, может быть тебе, если этого результата достаточно, можешь выходить уже на этом этапе, можешь еще раз перезайти, еще раз пройти карту просто по новой. Как удобно тебе, решай сам. Вот, когда настрелялся здесь, нажимался кнопок, допустим, вот, надоело тебе, или просто у тебя, например, нет возможности, нет времени этим заниматься, ты можешь зайти в АФК-комнатку и оставить здесь прыгать своего персонажа на 10 минут, через 10 минут просто подошел к компьютеру там или к приставке, подвигался вправо-влево чуть-чуть и оставляй опять на 10 минут. Так каждые 10 минут двигайся, чтобы у тебя не ушел в режим сна, твоя игра, да, и чтобы не отключилось начисление опыта. Вот, собственно, карта офигенная. Я могу здесь прыгать дальше, чтобы показать тебе сколько. Я здесь меньше 200 тысяч никогда не набирал на этой карте. Вот, но на это надо минут 15-20. Вот. Но сейчас хочу еще устроить стримчик, поэтому видосик сейчас буду монтировать, выкладывать, чтобы ты смог на нем залутать опыт. И буду сегодня делать стрим. Не забудь присоединиться.